Спасибо всем, кто присоединился к нашему заседанию Рамштайна. Только что закончилась встреча с украинской группой. Deepening our coordination as we work together for Ukraine's self-defense. Мы углубили нашу сотрудничество по помощи безопасности Украины. Это решающая декада для мира. И наша контактная группа не будет тормозить в наших решениях. Хочу сказать о результатах сегодняшних переговоров. Соединенные Штаты Америки продолжают вести ведущую роль в этой помощи. Мы сегодня установили наш следующий пакет помощи. 2,5 миллиарда долларов пакета помощи, которое поможет Украине в самых важных нынешних необходимостях на поле боя, а также воздушные защитные системы ПВО, а также бронемашины и другие необходимые сухопутные средства защиты. 53 MRAPs and 350 up-armored Humvees, and it will provide thousands more rounds of artillery. Ну, тут перечисляется и 100 БМП Брэдли, 100 гусеничных БТРов, 250 бронеавтомобилей и так далее, целый список помощи. Благодарит президента Зеленского и остальных лидеров государств, которые сегодня собрались на этой встрече. Представляю группу украинских представителей. Мы получили всю информацию о том, что необходимо для вооруженных сил Украины и также для гражданского населения для защиты на сегодняшний день. Наша помощь будет включать все шаги. Это донаты, это государственная помощь, это тренировка украинских войск. As you heard, President Biden recently announced the latest U.S. training initiative. Как вы помните, недавно президент Байден огласил свою инициативу подготовки украинских военных. Другие страны также проявили свою инициативу и хотят присоединиться к этой идее по тренировке украинских военных. Мы также усилим свои мощности промышленности военной. И это говорит о том, насколько мы углубили наше сотрудничество с момента первого Рамштайна. И показывает, как много наций могут достичь, когда мы это делаем вместе. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за необъявленную, необоснованную агрессию России. Россия продолжает свои атаки на гражданское население Украины, продолжает бомбардировку украинских городов крылатыми ракетами и другими. Украинский народ продолжает демонстрировать свою отвагу и силу. Чем усугубляется более российская жестокость, тем больше ответ должен быть.
Several countries have come forward with key donations that will help protect Ukraine's skies and seas. Несколько стран присоединились к инициативе донатов: Франция, Германия, Великобритания, для того, чтобы передать системы противовоздушной защиты и обороны Украине. And that's especially important coming alongside our own contribution of a Patriot system. Очень важно вместе с нашей инициативой передать системы Патриот. Также боеприпасы к этим системам и подготовку военных Украины. Эти системы помогут сохранить сотни жизней украинцев гражданских. The UK has announced a significant donation of Challenger 2 tanks for Ukraine. Два танка Challenger будет передана Великобритании. Western main battle tanks into Ukraine. Это важные и современные технические средства на поле боя. Мы благодарим за это решение. Sweden announced it's donating CV-90 infantry fighting vehicles and an additional donation soon of Archer howitzers. We've also heard inspiring and important new donation announcements from several other countries, and that includes Denmark, which will donate 19 howitzers. Данию вспоминают также среди стран, которые готовы по собственной инициативе предоставлять те средства для обеспечения работы военных на поле боя, имеется в виду специальную технику боевую. Все, что вы слышите сегодня, это результат работы в нашей контактной группе в формате «Рамштайн». Потому что мы говорим не только о безопасности Украины, мы говорим о европейской безопасности, и это о глобальной безопасности. Это говорит о мире, в котором мы хотим все жить. Это о том мире, в котором мы хотим, чтобы жили наши дети, наши внуки. Мы хотим заботиться о мире, где права и где право имеет великую важность. Я уверен, что эта группа останется такой же объединенной, и мы продолжим наше сотрудничество в помощи Украине противодействовать российской агрессии.